Друзья, всем привет, это канал Автопилот СТО. Сегодня мы приехали в один из официальных дилеров новых автомобилей Infiniti в Москве. Находимся на Киевском шоссе в автосветцентре. Любим мы заезжать к этому дилеру, хотя не ко всем. Вот к BMW не любим, потому что смотрите предыдущий ролик, где прямо в открытую запрещают снимать в общественном месте. Может быть, вам будет интересно. Точнее, не запрещают снимать, запрещают садиться в автомобиль. Короче, рейд по ценам продолжается. В Infiniti мы заехали, если не ошибаюсь, впервые за полтора года нашей деятельности. И здесь представлено всего 4 машины, но 2 модели. Это QX80 и QX50. 3 50-ки здесь стоит, 1 без ценника, 2 с ценниками и, слава богу, 80-ка тоже с ценником. Почему-то вот этот вот высокий сегмент автомобилей сейчас навьем в седанах практически не купить. Люди прям, ну, не готовы, видимо, компромиссные решения какие-то брать. Им вот подавай максимум, типа кроссовер там или паркетник и так далее. Начнем с полтинника, сравним вот эти вот две модели, на них ценники есть, они комплектациями отличаются, и закончим 80-кой. И, кстати, беленький мы тоже, наверное, посмотрим, хоть у него цены нет, но просто чтобы понять, что здесь за комплектация хотя бы приблизительно. В премиальные сегменты автомобилей мы заезжаем не очень часто. Вот, пожалуй, мы только в BMW были, а в Audi год назад, ну то мы там одну машину рассматривали. Вот. Однако, здесь напротив мы были в Toyota. И если для полтинника там конкурентов не было, то вот для 80-ки там было, в принципе, аж, ну, один конкурент, по большому счету, это Крузак 300-ка. Там она стоила 16 миллионов и 19 в обвесе Хан. Здесь Финик поинтереснее цена, поэтому досматривайте до конца. Рафика в Тойоте не было, а вот здесь вот есть небольшой сегмент, это QX50. Здесь комплектация Essential называется, и машина конкретная, вот в красном цвете, она стоит 5 985 тысяч рублей. Она на 2-литровом бензиновом двигателе с вариаторной трансмиссией, мощность 249 лошадей, до налоговой, и гарантия 3 года или 100 тысяч километров. Но надо понимать, что конкретный автомобиль 2021 года. А это плюс будет нам, когда мы осмотрим эту машину и зайдем на всеизвестный сайт бушных автомобилей для того, чтобы сравнить цены с бушкой. Типа, есть ли смысл эту машину взять с рук годовалую? Что-то мне подсказывает, что все-таки есть. Что здесь по доп. Опциям? А по доп. Опциям здесь установленное доп. Оборудование. Смотрите, ничего нету, пусто. Здесь есть стандартное оборудование, это то, которое с заводом шло. Ну ладно, будем, как говорится, тыкать пальцами туда, что увидим. Начнем с решетки. Здесь ее нету, но соты очень большие. Я бы, конечно, решетку сюда установил бы сам. Ну, или попросил бы дилера, если вы располагаете деньгами. Это, конечно, must-have штука. Плюс, наверное, все-таки цвет очень красивый. В случае с каким-то сколом от камня его будет достаточно тяжело попасть, если вы не будете красить на том же дилере. Да и дилеры тоже ошибаются. Пленкой бы закатал, конечно. Диски абсолютно обыкновенные, в стилистике Infiniti. Вот спрячь вот этот вот значок, ты стопудово поймешь, что это Финик. Так, по порогам ничего нет. Тонировку замечаем всего задка, кроме переда. На этом автомобиле еще панорамная крыша есть. Такс, и давайте пошли посмотрим, что еще есть из допов. Угу. Здесь есть ковры резиновые. Они прям защелкнуты, то есть они заводские именно для этого автомобиля. То есть это не то, что как бы сюда кинули, которые примерно там подходят, да, по защелкам, по всему. Это прям вот чуть ли не ковры, которые с завода. Мне кажется, что, может быть, даже не дилер их ставил, что вряд ли. По салончику что мы наблюдаем? Конечно же, уж коль мы садимся в премиальный сегмент, мы понимаем, что без всякого рода сервоприводов, особенно за 6 миллионов рублей, здесь вообще речи может и не идти. Я сразу оговорюсь, перед тем, как вы начнете это все дело смотреть, что я достаточно предвзят к марке Infiniti в плохом смысле этого слова. В плохом для себя, для Infiniti в хорошем. Я очень люблю автомобили марки Infiniti, Nissan. Особенно Финик. Мне кажется, это один из самых оптимальных вариантов премиум-сегмента. Ты получаешь за относительно небольшие деньги прям офигенный премиальный класс, где
Ну, понятное дело, что это не будет там Мерседес, который стоит в два раза дороже, но, тем не менее, кожу почти до низа ты получать будешь. Вот, с обшивки дверей давайте начнем. Здесь прям все мягкое. Вот до практически низа, вот этот вот барабан, это мягкое, красивое, это мягкое, очень классное. Даже не возникает в голове, что это там не кожа или еще что-то. Понятно, что это эко-кожа, но она такого сумасшедшего качества, что это хочется всегда трогать. Вот это вот... Выпуклая часть стеклоподъемников, она кочует из многих моделей Infiniti, это их прям фишка, и, если не ошибаюсь, в 51-м кузове Финика такая же история была, это все дело удобно. Конечно же, все стекла опускаются на автомате. Динамики, интересно, какая здесь музыка установлена, потому что там на этом самом не сказано на стенде. Ну ладно, что, знаете, что бросается в глаза в первую очередь? Салон не прям черный. Не прям черный, он черный, но он сероватый. Смотрите, вот здесь есть отблеск вот такой, строчка серая, и он немножко сероватый. Это очень хорошо видно по рулю. Он прям вот не черный, а вот именно... Смотрите, вот если сравнить вот с черным цветом, видите, он сероватый. Это красиво. Жалко, что нет перфорации, вот как на том же, опять-таки, 51-м Финике, я на нем ездил, мне машина очень нравилась, особенно за те деньги на вторичке. Здесь мы имеем аналог, слева-справа, посередине бортовой компьютер. Так, ладно, это все-таки не обзор, мы так смотрим машину. Трансмиссия джойстиковая, вот такого вот вида. Ну, в принципе, что тут, драйв поставил, да и поехал, здесь все-таки вариатор. Если не ошибаюсь, на этом автомобиле как раз установлен, я не знаю, этот ли двухлитровый, но Infiniti вот представил в очередной раз, точнее, еще раз, Infiniti, а до этого еще Saab и еще куча марок представляли автомобили с изменяемой степенью сжатия. И здесь тоже на машине изменяемая степень сжатия. Не знаю, только, повторюсь, на двухлитровом ли двигателе. Так. По поводу бардачка я вообще ничего не вижу. Оператор, наверное, справа зайдет. Давайте. И посмотрим, что там по размеру. Смотрите, друзья. Ну, во-первых, конечно же, коли это премиальный сегмент, жалко, что нет кнопочки, чтобы с кнопки нажималось, но... Доводчик, ну как бы мягкое открывание есть. Внутри все дело в ковролине, в очень приятном, что там ничего не барабанило. Бардачок скудного размера, достаточно скудного. Я напомню, что у предыдущих поколений Финика, правда, в меньшем классе был, как он там назывался, QX37, ой, не 37, господи, EX. И там прям места совсем мало было. То есть ты садился и внутри чувствовал себя как в легковушке C-класса. Здесь ты ощущаешь себя, ну, гораздо больше здесь места. Так, что там по подлокотнику. Да, тоже все в ковролине. Он поблескивает немножко, цыганщина, но тем не менее. USB-шник здесь есть. Так, что еще из этой комплектации? Кнопки приятные. Ну, вот это вот видно, не знаю, не видно на камеру. Вот этот вот глянец, он отдает таким, типа, металликом, что ли. Вот. Знаете, чего я не вижу в автомобиле за 6 миллионов рублей? И это меня очень смущает. Поставьте на паузу, пока я это дело ищу. И скажите, что я ищу. Друзья мои, беспроводную зарядку я ищу. 6 миллионов рублей я за что отдаю? Где беспроводная зарядка? USB-C вижу, USB-шник еще один. Здесь третий, прикуриватель. А беспроводной зарядки нету. Короче, у школы я говорю еще раз, это не обзор, ну, в любом случае, здесь места предостаточно, плюс еще задний ряд диванов, он тоже двигается. Для такого класса автомобиля это прям хорошо, вот видите. Механическое, конечно, но пусть лучше так, чем вообще никак. Хорошо, пошли глянем, что в багажнике есть. Закрой дверцу там. Еще, блин, за 6 мультов бы не было сервопривода. Я и так расстроился, что нет зарядки. Ковер сзади кладут вот такой вот с шильдиком Infiniti махровый. Такой прям родной. Там органайзер какой у нас. Здесь пластик для всякой мелочевки. А там, там аккумулятор у нас установлен с блоком предохранителей, но я не вижу запасного колеса.
Интересно. Ладно. Пошли посмотрим второй, черненький. Вот чем нравится премиальный сегмент смотреть, здесь нет прям, не пестрит в глаза дефлекторы, хренекторы. Ну, потому что это неуместно просто-напросто. Смотрим. Essential Pro Active, тоже машина 21 года и стоит на 300 тысяч дороже, 6,259. Тоже по доп. Оборудованию здесь кукиш с маслом. По начинке машина такая же в плане силовых агрегатов. Диски один в один, решетка отсутствует, тонировка у этого автомобиля тоже есть. Ну и, собственно, кстати, панораму там забыли посмотреть, давайте здесь глянем. Здесь особо долго не будем ничего размусоливать. Вот это бросается в глаза другого цвета, поконтрастней. Здесь акустика Bose, а там ее нет. Здесь что еще? Здесь аккумулятора нет. А, есть. Аккумулятор здесь есть. Руль такой же, кнопки такие же. По комплектации ковер. Ковра тут нет, друзья мои. Машина без ковра идет. Абсолютно такой же монитор. То есть она отличается только то, что здесь акустика Bose. Панорама, кстати, прикольная. Вот. Сиденья такие же. Джойстик. Все то же самое. Не знаю, я не вижу чего. Чего я не вижу? Не вижу я беспроводной зарядки за эти деньги. Здесь кожица. Вкусно пахнет, черт побери, в этих автомобилях. Память сидений есть. Давайте там посмотрим. Есть ли память сидений, я не помню. Ну, собственно... Не более. 300 тысяч вас за что переплачиваете-то? За комплектацию. Ну, то есть, это не доп. Оборудование добито, потому что доп. Оборудование у них точно одинаковое. А вот какими-нибудь там, ну, лет, я думаю, и там, ну, вот здесь написано аудиосистема Bose с 15 динамиками, мощностью 450. Так, отделка сидений кожи, ну, это все то же самое. Поэтому, о, оператор сейчас... Про это пролистнет, и вы сможете сравнить. А, ну понятно, что здесь. Как я уже сказал, здесь Bose нет. Кстати, это такого же цвета. Почему здесь в глаза это так не бросается? Нет памяти сидений. А также поясничный валик тоже есть, сервопривод есть. Ну, короче, здесь чуть-чуть попроще комплектация. И знаете, чем приятен премиальный сегмент? Что ты можешь взять автомобиль... в самой бомжатской комплектации, и он все равно будет иметь вообще все функции, которые только можно пожелать, реально, потому что невозможно сюда впихнуть что-то, чего за что как бы надо еще доплатить. Ну, типа память сидений, это уж не такая уж и необходимая вещь. Кстати, смотрите, что заметил, тут еще стоит вот такой вот квадроцикл для детей, он стоит 85 тысяч рублей на 1300 ватт, 36 вольт, 12 ампер. Сухая масса 60 килограмм, в коробке 68, и он может ехать 38 километров в час. Прикольно, пульт родительского контроля, это для детей. Пробег на одной зарядке 20-30 километров, но это прям дофига, ребенка можно, мне кажется, укатать, его стошнит. Клевая штука. Не понял я. Блин, а это уже клиенту, кстати, на выезд приготовили. Почему у них нет этой машины, собственно, вот здесь вот? Посмотрите, кстати, там какой салон интересный, двухцветный, серый с бежем, помытая. И поехали к моему любимчику. Я на самом деле из всех внедорожников этого класса больше всего люблю именно Infiniti QX80, QX56 он раньше назывался, до этого у него был там 61-й, 62-й кузов. По-моему, это 62-й, да? Ну или поправьте меня в комментарии, если я не прав. В общем-то, у меня и у товарища такой был. Он на нем отъездил 2 года. Не то чтобы достаточно беспроблемно, потому что сзади у него пневма была, или гидра, я уже не помню, что там у него было, ну, в предыдущем кузове. И на нее он валил денег, и что-то там было у него с этим, с мотором, потому что до этого хозяин ездил на газбаллонном оборудовании, и потом проблем было 1250 рублей ремонта. Итак, QX80, комплектация Lux Pro Active 7-местный, тоже 21 года автомобиль.
И вы понимаете, в чем фишка, что ты берешь тачку вроде как новую, но она уже годовалая до тебя. И через год, когда ты ей только год попользуешь, здесь уже будет ей 2 года. Мы сейчас его обсмотрим. Нет, давайте сначала посмотрим, сколько стоит QX50 на вторичке. Поколение, вот оно самое последнее. До этого, вот о чем я говорил, вот эти вот EX-ы, или как они там назывались, они, к сожалению, по ощущениям, я ездил на таком, они гораздо меньше почему-то ощущались в салоне. 118 машин нам предлагает сайт. Давайте вот 20-го. Уж коли нам тут годовалые машины предлагаются, ну, будем смотреть двухгодовалые. И ставим по цене, по возрастанию. Надо сказать, когда вы на сайте поддержанных автомобилей открываете Infiniti, Lexus, Toyota, может быть, даже Honda, но в меньшей степени, то очень сложно найти действительно честную машину с пробегом меньше 200 тысяч километров, потому что люди берут эти машины, они достаточно надежные, они людей чаще всего всем устраивают, и они откатывают на них прям 200+. Поэтому с пробегом сотка, когда вы ищете Infiniti или ту же Toyota, будьте очень внимательны. Очень редко люди сливают машину на пробеге в до 100 или 150 тысяч километров. Чаще всего это 200+, но зато это честный пробег, поэтому не дайте себя обмануть. Итого, у нас начинается первая машина 4 мульта с пробегом 38 тысяч километров, находится она в Брянске. Вторая машина 4 121 года, собственно, как и здесь, комплектация Pure. Предположу, что это послабее. Кстати, в автоспеццентре Ленинском находится в Москве. Это не здесь, но вообще рядом. Приколюха. Хорошо. Дальше с пробегом... Это новое, якобы. Дальше с пробегом 5400. Стоит. Дальше за 420 года с пробегом 38. Чуть-чуть промотаем. Видим, что 4,7... Essential, новая, в Москве за 4700. Дальше в Одинцово за 4700 11500 пробег на бежевом салончике. Тоже Essential 4700, типа новая. Вот кто вот это вот продает, так ли это на самом деле? Автоспеццентр Внуково, официальный дилер Infiniti. Это они про вот этот спеццентр говорят, в котором мы сейчас находимся. Это что значит? Это значит, что если вы видите вот такую цену на новый автомобиль на каком-нибудь сайте продажи автомобиля, а вторую Авито, то, скорее всего, это брехня. Вас хотят заманить, чтобы тут потом раскрутить. Потому что если у вас есть почти 5 миллионов, то у вас и 6 найдется. Вот, поэтому будьте внимательны, уточняйте по телефону, что действительно ли машина за такие деньги есть в наличии. Может быть, конечно, я не 100% говорю, может быть, она у них где-то находится, может быть, вот она вообще. И поэтому здесь ценника нет. И ее просто сюда не выставили. Такое тоже бывает. Но чаще всего, если вы смотрите, и здесь вам машину предлагают за одну цену, а где-то проехав полчаса, она стоит на 2 миллиона дешевле, чаще всего это просто замануха. Но не всегда. Хорошо, ну примерно 4,5 миллиона рублей. Вон, 4,690, 4,690, средняя цена. Здесь мы видим машину за 6 миллионов, лям 300. Да вы знаете, я бы сэкономил. Учитывая, что здесь пробеги вообще понты, если они действительно честные. Вот красный стоит. По-моему, это прям вот этот вот. Нет, это у сервис плюс. Ну хорошо. Напишите в комменты, вы бы сэкономили лям 300 вот, при покупке QX50. Поехали дальше к нашему QX80. Люкс проекте в 7-местный. Он стоит 13 850 000 рублей. А я напомню, в мае мы были в Тойоте, прямо напротив, через дорогу. И там крузак 300-ка стоил 16 300 000 рублей. На 2,5 миллиона дороже. Но есть нюанс, друзья мои. Это машина 21 года. А там машина была 22 года. Он у нас 3.3 на 299 лошадей, конечно же автомат, полный привод, цвет красный металлик, комплектация 70th anniversary. Может быть, я путаю, но по-моему там все-таки 22 года было, 2,5 миллиона рублей разница. Плюс надо отдавать себе отчет, крузак 300, если не ошибаюсь, он новее, само поколение новее, чем вот этот кузов у Финика. Хорошо. Ну, во всяком случае, ладно, сколько бы я Финика не любил, крузак 300, конечно, выглядит очень хорошо. Здесь 400 коней, тоже 3 года гарантия, 7-ступенчатый автомат. Ну, маловато для премиального сегмента, хотелось бы, ну, хотя бы 8 ступеней.
Потому что Мерседесы делают там 9-ступенчатые автоматы, зачастую на дорогих машинах, на своих. Установлено дополнительное оборудование. Смотрите, внимание, антихром и окрас деталей в черных. Сколько бы вы думали? 500 тысяч. Антихром и окрас деталей в черный. 500 тысяч рублей. У меня товарищ хороший есть, друг. Он держит свой детейлинг, один из лучших в Москве. И за 500 тысяч рублей, я не знаю, мне кажется, даже у него с его очень высокими ценами, потому что там сегмент потребителей, ну, прям очень богатые товарищи, я могу сказать, что за 500 тысяч у него можно машину год обслуживать с интервалом там в 1.5-2 месяца. Это, конечно, дороговато просто для антихрома вот этого вот и окрас деталей в черный. Это каких-то вот этих стоек, наверное, да? Это же все-таки не пленка. Хорошо, 500 тысяч рублей. Получается, без вот этой петрушки машина стоит 13 350. Здесь нет никаких решеток. Нет здесь решеток, ничего. Машина классно выглядит, ничего не скажешь. Вот ручки в черный цвет. Ну да, хромированные они бы похуже смотрелись. Что здесь есть? Здесь есть люк. Он не панорамный, он просто люк. Здесь есть тонировка задка, задних стекол. Фары здесь не тонированные. Вот эта вот накладка, она тоже зафигачена. Кстати, смотрите, здесь есть место от полироли белой. Видите, следы. Да, не на запах, это тоже. Она уже засохла, но это полироль. Не знаю, некрасиво смотрится. Машина очень дорогая, а полироль, вот эти вот штуки, не убрали. Здесь просто такая она, видите, шершавая. Кстати, замечу, рейлинги тоже окрашены в черный цвет. Вот эти стойки окрашены. Так, давайте посмотрим, что по внутрику. Мы имеем здесь Bose. Как я уже говорил, полускругленные кнопки, точно такие же, как на том Финике. Здесь уже под такой премиальный, типа рояльный лак. А знаете, что я забыл отметить? То, что я вот сравниваю эту историю с крузаком, и крузак на год новее получается, он дороже. Но это не совсем корректно. Почему? Потому что у Toyota ведь тоже есть премиальный сегмент, как и у Nissan. Это Lexus. А Lexus 300-ка, он будет стоить гораздо дороже, чем и Toyota, и, конечно же, тем более, чем Infiniti. Другой вопрос, что Lexus внутри более премиальный, то есть тут там качество материалов, даже по сравнению с Фиником, оно выше. Я уже не говорю про Toyota, потому что там взять 200-ку, это барабанная, по большому счету, машина. Она, мое лично субъективное мнение. Вот, здесь все-таки ты премиум больше, чем в 300-ке, мне кажется, получаешь. Хорошо, здесь есть рояльный лак, здесь все в коже, здесь даже низ, мать его, смотрите, мягкий. Я не знаю, кожа ли это или полиуретан, но он прям гипермягкий. Из барабана здесь только вот внутряк и вот этот динамик. Такс. Руль, кстати, и, в принципе, стилистика руля точно такая же, как в предыдущем кузове. Сиденье, кстати, я бы хотел чуть побольше обхвата, ну ладно. Здесь ковры установлены вот такие вот. Это, ну, мохнатка обычная, бабушкина мохнатка. Память сидений здесь, конечно же, есть на два человека. Ну, опять-таки, вот машина стоит 13, почти 14 миллионов рублей, она премиального сегмента, а рычаг здесь до сих пор не джойстик. Это, к слову, о разнице в премиальном сегменте японцев и немцев. У немцев уже, ну, абсолютно на любом автомобиле, каким бы он большим не был, там тебе не надо переводить вот так вот рычаг. Опять-таки, аналог. 13 миллионов рублей, друзья мои, стрелки аналоговые. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что такого не должно быть за эти деньги. Понимаете? Руль абсолютно такой же, кнопки абсолютно такие же. Кстати, очень мягкие вот эти штуки. Как у предыдущего кузова. Оно положение такое же, руль такой же. Вот, конечно же, он на серваке. А как иначе может быть? Вот, но, видите, я заранее начал говорить про премиальность этого сегмента. Ну, не знаю, с 300-м крузаком, наверное, все-таки его корректно сравнивать. Здесь все мягенько, все хорошо, а вот здесь вот не мягенько и нехорошо. Даже вот эти вот кнопки, как на предыдущем кузове. Вот эта вот история, конечно же, она просто громадная, она небольшая, она очень широкая. Здесь квадратик обычный, ничего там такого нету.
И опять-таки, здесь есть быстрая зарядка для телефона? Возможно, она здесь, но надписей никаких нету. Здесь есть USB-шник C, USB-шник A. Два подстакана места и, собственно, управление менюшкой и управление приводом. Машина большая, комфортная, ничего не скажешь. Пошли глянем багажник. Ну, кстати, сложновато здесь без этого спускаться, без порога. Порог здесь необходимая вещь, как на этом автомобиле, так и на всяких тундрах, секвоях, ну, в принципе, больших машинах. Так, глянем третий ряд. Кстати говоря, вот сидуха, вот это вот, например, где управление ею? А, она, друзья мои, механическая. Но опять-таки, за такие бабки хотелось бы эту сидуху не механическую все-таки. Хотелось бы здесь иметь сервопривод. Ну, чтобы она двигалась там взад-вперед. Ну ладно, зато здесь получается ровный пол, здесь можно ночевать вообще нормально. Конечно же, это какой-то премиальный сегмент. Здесь в подголовниках есть мониторы. Предположу, что там есть управление климатом. Да, вон оно, внизу. Там вот там. Ну, конечно, было бы поприкольнее, если бы здесь вот. Так, и глянем багажник. Смотрите, какой, сколько здесь сантиметров? 35, наверное, прежде чем начнется багажник. Ну, то есть, чемодан ты поднял, и тебе вроде как положить, и тебе еще его туда нужно тащить. Да, конечно, здесь необходимы вот эти штуки. Я бы еще дополнительную какую-нибудь накладку сюда заколхозил, чтобы вот эта вот замечательная штука не царапалась. Да и вот это. То есть, она-то сделана для чего? Для того, чтобы бампер не царапался, а она, в свою очередь, глянцевая, чтобы она царапалась. Ну, то есть, вид в любом случае будет теряться. Здесь вот такой вот органайзер положен, он из такого вспененного какого-то полистирола. Органайзер тряпичный. Этот домкрат и всякая лабуда. Вот он третий ряд. Вот он третий ряд. Это кнопка разложения третьего ряда, потому что, ну, по понятным причинам, если ты находишься в багажнике, то тебе будет неудобно открывать дверь, закидывать то сиденье, раскидывать третий ряд и обратно раскидывать то сиденье. Это правую сидуху. Вот максимально. И, ну, в принципе, там нормальное место. Я ездил в этой машине. Слева, конечно же, есть два подлокотника. Ой, два подстаканника. И справа тоже два подстаканника. И здесь дубль этих кнопок. Ну, чтобы назад не тянуться, если ты хочешь это сделать из салона. То есть из второго ряда сидений. Вот. Ну, в случае с включенным, скажем так, третьим рядом, багажника здесь почти не остается. То есть вот это вообще ни о чем, конечно же. Ну, вы сами можете оценить. Здесь там 50 сантиметров. По глубине. Вот такая вот история. Пока мы закругляемся, давайте открывать сайт и смотреть, за сколько ж можно взять этот кузов сейчас приблизительно. Примерный порядок цен понять. Я замечу, что здесь есть второй рестайлинг, а вот есть третий рестайлинг. Я говорил о вот этом кузове в качестве предыдущего. Мы выбираем, конечно же, вот он, самый последний. Поехали. Таких машин в России продается 50 штук. Так, первая цена, друзья мои, 7 миллионов 200 тысяч. Тоже 21 года, с пробегом 32. И тоже он на антихроме весь. Он весь на антихроме. В салавате продается. Так, дальше. Рольф, гарантия автомобилей с пробегом. 46 тысяч пробегу, 7,5. Ну, Рольф знатные, конечно, говноеды. Но это ладно. Так, дальше. 7,7 миллионов 2020 года. 64 пробег. Дальше 2020 года 8, 36 пробег. Дальше 2020 года 8, 39 пробег. 8,223 пробег. Но он с хромом. Дальше. Давайте 2021 год хотя бы найдем. Там вот был один, но это не статистика. 8750 21 года с пробегом 10 тысяч. Еще и на рыжем салоне оригинально смотрится. Вот его бы я прям и взял бы. А сэкономил бы я, получается, примерно 5 миллионов рублей. 4-5 миллионов. Это много. Это реально много. Вон, за 9 есть с пробегом 16. Тоже такого интересного. Такого же цвета, кстати. За 9
с хромом, черный с пробегом 20 тысяч. Да, 4-5 миллиона рублей, мне кажется, сэкономить есть смысл и взять автомобиль бэушный. Вы видите, с каждым нашим видеороликом практически оказывается, что действительно поддержанный автомобиль покупать, как мне кажется, выгодней. Конечно, он будет не новый, но там будет пробег настолько маленький, что там даже не вылезут какие-то эти самые... брак заводской даже не вылезет. Поэтому... Нет, с другой стороны, если есть деньги, то зачем себя ущемлять? Можно и новый взять. Друзья мои, всем спасибо за просмотр. Кому ролик понравился, кому, более того, Infiniti нравится так же, как нравятся они мне, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дальше мы поедем в другие автосалоны и также будем делать перетесты цен, то есть пересматривать их, наблюдать за динамикой на все автомобили. Поэтому подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Всем спасибо за просмотр и удачи!